все. Алло. Я вас приветствую, Игорь. Здравствуйте. Сейчас, секундочку. Да, я в ресторане. Я понимаю. Вы где-то на выезде далеко? А я в Женеве, да. Собирался в понедельник вечером прилететь в Киев. Ясно. Как вы там? Да ничего, у нас тут такое, ну, переживем, я думаю, ничего. Значит, у меня какая просьба к вам есть? Да. Значит, я поручил сейчас Клюеву, чтобы он занимался средствами массовой информации. Ага. И практически там мы на него положили эти функции, вот, потому что там по Сереже пошли интриги всякие. Вот. Ну, и я думаю, что на данном этапе и для него лучше, и для всех, для нас, чтобы не было там, как говорится, этих стрелочников. Пусть он пока там позанимается есть чем другими вопросами. Значит, надо, чтобы вы дали... То есть мы сориентируемся на него, да. И вот эти остальные регулировщики закончили. Да, да, да. Кому вы там поручите? Кто? А я скажу Ткаченко, я приеду с ним сам встречусь, приеду с ним с Ткаченко вместе. Дело вот в чем. Пока вы приедете. Сегодня все скажу. У нас же есть еще тут и воскресный выпуск, очень, который для нас важен. Новостейный. Я сегодня все скажу. Кто-то на него выйдет на связь? Да, да. У него телефон вот такой, значит, 050. Ага. 328. Да. 0100. Все, я его наберу сегодня тогда. Да, наберите, пожалуйста. Или да, если да. Он уже рано ложится спать. Я, или завтра утром. Этот тогда. Телефон ваш, ему можно дать, чтобы... Да, да, да. А у него есть два телефона моих, он мне звонил. Я с ним разговаривал неделю назад, он меня набирал. Ну, хорошо. Потом, когда вы будете здесь на месте, выйдите на связь, нас там надо будет, так как мы договаривались, переговорить. Хорошо. Да, ну я все время в телевизоре, я там расскажу вам еще подробности, там, с одними виделся, других слышал. Да, 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 конечно. Обменяемся мнениями, информацией. Естественно. Ничего. Я скажу... Это все полезно. Полезно, потому что это такое... Прививки. Да, да. И немного свет проливает там на всякие вещи. Так что мы... Да, да. Я думаю, что мы выйдем из этой ситуации достойно и сильнее. Так что все будет нормально. Ну, хорошо. Хорошего вам вечера. Да. Всего спасибо доброго. Большое вам. Да, всего на спасибо, связи. Спасибо. Да. Счастливо. До свидания.